Шашинович, уважаемые друзья, позвольте мне вас поприветствовать сердечно. В Москве мы вчера имели возможность с президентом достаточно долго и в спокойной обстановке, в неформальной поговорить и по всему комплексу наших отношений, по региональным вопросам, по некоторым международным проблемам. И я очень рад, что сегодня у нас есть возможность и в узком, и в широком составе уже предметно с нашими коллегами поговорить о том, как мы выстраиваем двусторонние